Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов проверил ход установки нового оборудования в котельной поселка Горбольницы номер 45. Сейчас на объекте завершается монтаж первого из двух новых котлов. Кроме того, продолжают работать две модульные дизельные котельные. Это позволяет поддерживать комфортную температуру в квартирах жителей поселка и в 45-й больнице. Напомним, котельную передали муниципалитету из федеральной собственности в крайне ветхом состоянии. Износ оборудования составлял 90%. Из трех котлов работал только один. И происходили регулярные сбои. Сейчас работы на объекте находятся на контроле местного отделения партии в рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя».